Я открываю конференцию, которая, помимо того, что имеет название «Как магазину больше зарабатывать», 7 точек роста. Мы отобрали только 7 точек роста. Понятно, что любой магазин – это не только 7 сервисов или 7 каких-то направлений, которые нужно прокачивать. Но сейчас у нас мало времени, поэтому мы остановились на нескольких и разберем сегодня. Моя тема, так как я руковожу проектом retail.ru, все-таки про идеи и про технологии. И еще один момент, который мы постоянно рассказываем нашим коллегам, нашим партнерам, нашим сетям, нашим магазинам, это как опыт больших может помочь малым. И сегодня чуть-чуть об этом поговорим вначале. А дальше пойдут уже непосредственно эксперты и спикеры выступать подробнее, каждый из тем. Вот смотрите, еще совсем недавно покупатель – это просто покупатель. Мы его рассматривали как просто покупателя, который приходит в магазин и покупает товар. Но помимо покупателя мы сейчас все становимся пользователями. Почему? Потому что магазины – это уже не просто офлайн, это еще и онлайн. Да? У нас активно включается тема омниканальности. Но покупатель и пользователь – кто он? Он человек с потребностями и со своими желаниями. Причем надо понимать, что последнее время настолько сильно изменилось вокруг, различные ситуации произошли такие, что человек по-другому воспринимает процесс покупки. Вот какой сейчас потребитель? Вот посмотрите, на текущий момент, если мы посмотрим по трем ключевым моментам, то мы можем увидеть, что сильно изменилось течение времени, да, и у всех у нас интенсивный график, как правило, оба родителя уже работают, больше переключений между различными ситуациями, в которых нужно успеть. А если мы говорим про технологии, то сейчас практически только ленивый не имеет в руках смартфона, да, это очень уже проникло, эта технология сильно проникла. Интернет везде и всегда. Мы очень информированы, и сейчас поколение техники. Если мы говорим про демографию, то семья может уже состоять из одного человека, и это тоже своеобразный тренд. Про переезд в город, он немножко другим уже стал. И, конечно же, старение населения. То есть это все изменяет и заставляет нас думать о том, какой же будет у вас магазин. Из этих новых вводных мы как раз и черпаем новые возможности. Если мы говорим о том, что как меняется магазин, ну вот да, надо уже смотреть, на кого мы ориентируемся, и вот согласно этих трендов изменять немножко свой магазин, да, свое отношение к покупателям. Далее за мной выступят спикеры, которые как раз некоторые моменты более серьезно расскажут. И мы про идеи. Но всегда ли идеи новые? Вот все время хотят новых идей, но вот как-то изучала я эту тему и наткнулась на книгу из 1910 года. Но книге уже более 100 лет. И вот на этой страничке конкретно разбирается про то, что магазин, он должен чистым быть, уютным. Он должен быть просто приятным глазу. И вот, а если, например, дальше его листать, то там конкретная страничка посвящена программам лояльности. Если кому-то интересно, то постучитесь ко мне, я эту книжку, прямо ссылочку на нее дам. Очень любопытно почитать. 100 лет назад люди размышляли ровно о том же. Так вот, всегда ли нужны новые идеи? Цифровая экономика наступает, но огромный пласт предпринимателей на текущий момент не выполняет минимальный уровень для того, чтобы было удобно покупать. Вспомните, в какой момент вы включали негатив, вот когда вам было некомфортно в магазине, и проверьте, не происходят ли такие вещи в ваших магазинах. Вот смотрите, что сейчас покупатель ожидает. Он ожидает удобный магазин, у каждого свое удобство, удобное время работы, привычный ассортимент и в то же время интересные новинки товаров, понимает с полуслова и возможность оплатить любым способом. Что такое любой способ? Когда ты приезжаешь куда-то в село, и ты не имеешь возможности оплатить картой, у тебя нет наличных. Ну, это, наверное, мешает покупке, правда? Как мы к этому привыкли? И насколько много приходится объяснять там, вот на тех местах, о том, что, ребята, ну, уже пора.
Ну, естественно, удобная парковка, это особым образом сейчас складывается на Москву, потому как действительно изменился очень сильно трафик внутри города, и очень многим пришлось перестраиваться, когда они изначально работали на трафике, сейчас им приходится работать по-другому. Вот здесь на картинке показана фотография. Вот я буквально сегодня напротив этого магазина рано-рано утром была, но у меня было очень мало времени, чтобы туда зайти, но меня очень манили их витрины, они великолепные. Евроспар сейчас открывает очень красивые проекты. Данные проекты развивает команда менеджеров из Нижнего Новгорода и очень рекомендую туда заглянуть. Те последние на месте Седьмых континентов они открываются. Они очень много технологических моментов отрабатывают очень хорошо. Рекомендую заглянуть, посмотреть. Но помимо обычных магазинов, мы все-таки говорим про то, что сейчас интернет-магазины. Знаете, вот еще 15 лет назад, я помню, когда мы настраивали первый интернет-магазин, это было так все свежо, так было непривычно. А сейчас для нас уже абсолютно нормой является, что должна быть удобная онлайн-витрина. Причем сразу с привязкой к тому, что мобильные технологии, да, мы используем. Через интернет-магазин мы как в основном заказываем? Уже через приложение. Да, и мы должны работать именно над этим. Должны быть отзывы на товары. Это одна из самых сложных задач. Потому что плохой отзыв быстрее напишут, а хороший попробуй заставь. Это отдельная большая работа. Быстрая реакция на вопросы, наличие товара по факту, не только на складе. И вот здесь мы как раз и ловим момент с автоматизацией. То есть если у нас не отлажен этот момент, когда мы не знаем, где реально фактически находится товар, то в этот момент мы не можем себя назвать омниканальным. И надо очень сильно думать, нужен ли вам интернет-магазин и готовы ли вы с ним работать, если у вас эта технология не налажена. Это, кстати, самый сложный момент, когда мы обсуждаем вот омниканальность. Вот буквально сегодня уже разговор такой состоялся, когда нет бесшовного движения информации о покупателе через все каналы, которыми работает магазин или торговая сеть. Отличное качество по справедливой цене. Интернет легко пробивает любую тему. Да? То есть мы легко можем посмотреть, какой товар, сколько где стоит. Ну а дальше выбирать по тем сервисным моментам, которые предлагает интернет-магазин. Ну, высокий уровень сервиса – это уже непреложная истина. Возможность заплатить удобным способом и удобные виды доставки. Буквально вчера первый раз я воспользовалась доставкой Яндекс.Еда. Мы здесь собирали мероприятие. И было очень удобно, когда я быстро решила все вопросы по еде. Потому что легко оплатила. И ровно к тому времени, когда мне нужно, мне принесли еду. Как это теперь просто? Ну, это очень технологично. И еще момент. Вот с этим моментом постоянно приходится бороться. Магазин не просто продает товар, а он оказывает сервис. И если мы об этом не знаем, если мы об этом не думаем, то это и не будет заметно вашим покупателям. Вот насколько ваш сервис, его проявление заметно для ваших покупателей. Думайте об этом. Сервисное мышление – это мышление будущего. И если вы знаете, каким образом отличается ваш магазин, ваша торговая сеть от других, вот с помощью таких вот сервисных проявлений, это для вас будет как раз тем важным конкурентным преимуществом, и никакая крупная торговая сеть сразу с места вас не сможет сместить. Ну и необходимый минимум, чтобы быть розничной сетью и не казаться ею, как ни странно, позиционирование, вот это то, о чем я все время говорю. Кого мы ждем? Кого мы хотим видеть в наших магазинах? От этого зависит цвет, от этого зависит то оборудование, которое вы выбираете. От этого зависит, будет у вас рядом парковка, или вы это место, наоборот, потратите для другого пространства. Да? Что-то вы будете там выставлять, какую-то витрину. Ну вот, может быть, просто побольше будет уже магазин. Оплата любым способом. Еще раз про это. Да? Ну, действительно большая сложность с этим. Я не знаю, по какой причине. Очень многие, особенно некрупные форматы, страдают, потому что они вот, ну, не могут заплатить, почему-то вот, не боятся этих процентов, которые нужно платить. Внедрение форматов самообслуживания. Здесь немножко остановлюсь. Недавно была в Хабаровске. И мы смотрели большой магазин, который реально меня очень удивил тем, что он огромный, и там стройматериалы, и там нет до сих пор самообслуживания. Он огромный. И рядом скоро строится Леруа Мерлен. Не Хабаровск, простите, Владивосток. И они сказали, да, мы боимся воровства.
Но, ребят, самообслуживание, форматы самообслуживания, вот не зря они внедряются, да, потому что это все-таки действительно приносит результат. И пятый пункт – знание своего покупателя, то есть CRM. Но не просто CRM, а создание комьюнити и не просто контрольности, если вы ее внедряете. Вот здесь мы уже, конечно, обозначим как примеры, да, что можем посмотреть. Где брать идеи? Смотрим на тех, кто отличается. Ну, Кусвилл. Наверное, уже, если вы не слышали про сеть Вкусвилл, то это действительно удивительно. В Москве это сейчас действительно ну, очень активно развивающая сеть. Она не только уже в Москве, в Санкт-Петербурге есть. И если хотите подетальнее прочитать, на нашем сайте можно почитать некоторые материалы. Но совсем недавно вышла книга, и у нас вот там в уголочке есть эта книжка, там, не знаю, из нескольких экземпляров есть, Евгения Щепина. Почитайте, там очень все подробно расписано, каким образом они отличаются. Но в первую очередь у них очень четкое позиционирование. И у них очень серьезная технология. Вот. И это то, чем можно гордиться, потому что они просто сейчас гигантским образом растут. И про Добрянку. Кто был в Добрянке? Несколько рук всего. Слушайте, ну сейчас мы посмотрим небольшой ролик, и буквально там 20 секунд, и прокомментирую чуть-чуть. Ждем и готовим. Попробовать русское. Узнать наши. Добрянка. Чудо-магазин русской кухни. Милости просим. Вкусно, правда? Вы знаете, кто будет в Новосибирске, не поленитесь, дойти до Академгородка. Это одно из самых ярких впечатлений этого года, когда я там побывала. Это супермаркеты русской кухни. Это впечатляет, это заряжает, это заражает. И ту энергию, которую используют братья Насаленко, Виктор, Виталий, Евгений, по-моему, если я правильно помню, они что-то делают феноменальное. То есть если вы ищете идеи, в Москве мы знаем тоже, куда вас направить, где что можно подчеркнуть для того, чтобы вот идеи словить. Но вот одна из самых ярких впечатлений в этом году. Ну, про технологии, конечно же. Я делю технологии на две части. Технологии, которые помогают быть удобнее, помогают потребителям получить дополнительный сервис, и технологии, которые помогают вашему персоналу более эффективно работать. Мы чуть-чуть пробежимся из тех технологий, на которые стоит все-таки обращать внимание. RFID-метки, ну, маркировка идет, да, все равно так или иначе какие-то моменты мы можем использовать уже не просто, потому что законодательство нужно, но думайте вот в эту сторону, если вы можете, особенно это для одежного бизнеса очень удобно. Голографические 3D-экраны очень интересно, очень цепляет людей, и можно, ну, просто изучайте эти технологии для того, чтобы подумать, как можно внедрить у себя. Не всем, конечно, это подходит, но эта тема, как раз бесконтактная примерка обуви, активно сейчас внедряется там, где это требуется. Но просто понимаете, мы все ближе и ближе становимся к людям и стараемся максимально много о них знать и максимально качественно для них что-то делать, то, что им действительно будет подходить. Дополненная реальность. Думайте, как можно такие технологии в ваших магазинах использовать для того, чтобы удивлять людей, давать им какой-то новый опыт. Роботизация. Роботизация как со стороны того, чтобы вам упростить действия регулярного плана, так и непосредственно робота. То есть вот робот там теремок взял на работу андроида кассира Марусю. Об этом тоже мы там относительно недавно писали. Но так или иначе, вы знаете, очень много скептицизма по этому поводу, но активно этим занимаются. И так потихонечку появляются какие-то сценарии использования таких вот историй. И вот посмотрите, 6 технологий, которые я отметила, 6 технологий будущей сетевой розницы, которые патентует Walmart. Вот просто сфотографируйте слайд, посмотрите повнимательно эту историю. Вообще всего более 1000 патентов Walmart активно фиксирует за собой, то есть и изучает. Как определить, что внедрять?
Мы экспериментировать можем, это все-таки крупное. Покупаем, приглашаем консалтера, обучаемся, вебинары или очное обучение, наблюдаем за другими и изучаем опыт других компаний. Вот здесь, на текущий момент, я готова остановиться. Все-таки я не уложила свою презентацию, к сожалению, это факт. Но самое важное, я успела доложить. Значит, смотрите, если мы говорим про идея или технология, вот знаете, или... Идея или технология? Я все-таки за то, чтобы совмещать и идею, и технологию, и рука об руку двигаться к наиболее качественному сервису для ваших покупателей. Все, что мы сегодня будем изучать, все, что мы сегодня будем рассказывать вместе с нашими спикерами, так или иначе будет отражать основные точки роста, которые вам позволяют чуть-чуть улучшить ваш бизнес. И вот на текущий момент самый лучший вариант – это постоянно, непрерывно обучаться. Такие проекты, которые мы сейчас создаем, вот на различные проекты на выставках, мы приглашаем посещать и читайте наши сайты. Если мы говорим про retail.ru, также у нас есть партнер Biz360, который позволяет про малый бизнес много читать. Вот. Мы всю эту информацию собираем, позволяем вам удобно, сидя на диване у себя, открыть ноутбук, либо почитать планшет, либо смартфона, и таким образом получить, немножко прокачаться.